мамы. Да, блядь. Доченьку, давай, Стасик. Давай, Стасик. Как зовут? Виктория. Куся. Помнишь? Ну, ничего такое, дядька. Это шестой. А верх это самое в порядке. В порядке? Да, вот как мы поставили, так и в прошлый раз. А вот пятый, шестой надо будет поставить. А вот и грудной там остался. Да, грудной. Смотрели да, там. Да. Шестой. Что по девятому? Полностью с вами солидарен или любит чего-то. Вот этот участочек. Ну, дошелся, но это видимо, потому что часто вот это. Вижу. А когда спросил, то это тех движений. Расходится. Что касается головы, да, она головку уже подорвет, я что-то понимаю. Вот это там момент 11-13. Как раз вот поясница чуть выше. А так, ну, ничего страшного, можно сказать. Ну, да, мы сейчас как раз таки будем туда еще ставить куда-то информацию. Мамуль все равно. Да, мамуль обязательно. Мамуль сидит, мамуль. Мамуль обязательно нужно. Я не знаю, мамуль. Расслабим. На мамуле вот как раз первый, второй. Да, там. И не только первый, второй, сейчас я. Много чего. Тут еще вот как раз середина, третий, четвертый. Третий, четвертый есть, да? Видимо, смещение. Да. Пятый, я бы сказал, вот там как раз середина. Грудной один, третий. Четвертый вообще вправо уехал. Я помню, там четвертый рефлотация там, да. И третий, четвертый. Тут они хорошо разошлись несколько штук подряд. И пятый тоже. Так. Что-то тут мамка. Раз уровень на хате полностью. Да, это вот я сейчас смотрю, как это делает. Что есть. Поясница. Поясница, сейчас я скажу. Поясница. Тоже второй, третий. Поясница второй, третий. Одиннадцатый, двенадцатый. Да, там, на том разу. Есть там такая штука, да.
Так, и вот. У нее и тот самый копчик завернут, и ревостор. Сейчас мало. Ни одного живого места. Так что думайте. Она вот таскаете постоянно. Ребенок уже большой, конечно. В этом нет ничего хорошего. Причем мама с дочкой сильно связана. А у вас связь еще больше. Полежи немножечко. Полежи. Мама, какую песенку пойдет? Вот так. Здесь пацанец уже. Здесь у нас такой огромный, длинный, большой. Сейчас. Тихо. Похрустила.
Да. Давай Лёне сюда. А мамулю тоже. Вот, по-прежнему. А Лёля у нас здесь поиграет. А вон такие прячутся. Нервишечки, кость нервов распрягем. Не сдерживаемся, я профессиональный чудо-тактер. Давай чуть-чуть посмеемся, давай. Вытаскиваем из себя. Это все наши переживания, все записываются здесь, в кости нервов. Надо их вытащить, давай. Не секунд. Вообще секунд? Не секунд, не очень. Терпимо просто. Не надо терпеть. Я вообще хочу, чтобы не терпеть, чтобы чуть-чуть посмеяться, давай. Чуть-чуть похихикаем. Все, хорошо. Умничка. Так, это так сижу. Прошу позволения, раз. Все. Тук-тук. Тук-тук-тук. Дядька стучит. И Кузя прислушает. Вдох.
выдохом медленно сросло дверь. Все-таки, да-да-да, вот так. Давай еще. Блин. Вот, умница, все. Хорошо. Теперь все убираем отсюда. Потихонечку на спинку поворачиваемся. Ну, спасибо. Самочувствие. Ну, такое? Пошевелитесь туда, сюда, покрутитесь. Хорошо, в спине как-то. Ровно так. Ровно стало? Ну, как-то, да. А в глазах нету? Ну, немножко. Яркости не добавилось чуть-чуть. Нет такое ощущение, что резкость как-то чуть-чуть. Резкость? Ну, ладно. Не знаю, сомнительно. Ну, не знаю, нет, наверное. Не знаю. Может, я не запомнила, как было до этого. Ну, все. Хорошо. Да. Девушка тоже это уже сделала. Ну, все, уже отремонтировалась. Разумягилась. Хорошо покрутила шею очень. И у Вики тоже. Слышали? Так я понимаю. Ну, и у Вики, да. У вас так, чуть-чуть. Чуть-чуть? Посильнее хруст был. Ну, я просто к уху ближе к моему. У вас спина, да. Вот этот вот отдел, наверное, Юрий Олегович слышал, да? Хорошо. Ну, тоже так хорошо. Ну, мы слышим тогда, внутри себя хорошо. Внутри себя тогда слышно нет. Ну, то есть, у меня подвижек это там, вот первого-то нет, да? То есть, можно там снимки не делать, ничего? Ну, зачем медитать? Ладно. Что нужно было, все встало на свои места. Все, спасибо. Сейчас я вам еще там один момент нарисую. Хорошо, да. Спасибо огромное. А так сколько вам тут часто надо ремонтироваться вообще? Ну, для профилактики можно раз в год. Да, вот, а когда что-то серьезное, тогда курс 3-5 сеансов, 8, смотря какая ситуация. Ну, а Вики вот в данной ситуации надо было? Детей так часто не зачем, они еще растут. Раз в годик, в полгодика хорошо, достаточно поставили. Если мы в следующий раз все приедем. Да, в следующий раз приедем. Да, если у вас будет хотя бы 2-3, вот так вот.